Привет, друзья! Новый эпизод посвящается музыкальному проигрывателю для маленьких меломанов. Пишите в комментариях ваши мысли об этом изобретении. И, конечно же, ставьте лайк, если вам понравилась эта идея. Подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за новейшими технологиями и изобретениями. Канал Next Idea. Компания из Бельгии Muse Labs занялась созданием музыкального автомата для маленьких детей. Эта волшебная коробочка называется Juki. Ребенок выбирает фигурки и ставит их на поверхность проигрывателя. Juki — это беспроводной плеер для детей. Песня или целый альбом играют в зависимости от выбранной фигурки или значка. Колонка чрезвычайно проста в управлении. Дети смогут без труда пользоваться ей самостоятельно. Juki отлично звучит, хранит всю музыку в памяти и поэтому может работать где угодно. А поскольку у нее есть Wi-Fi, ваши дети теперь смогут делиться музыкой. Канал Next Idea. Juki воспроизводит аудиофайлы разных форматов и играет не только музыку, но и разные истории и сказки, которые так любят дети. Juki — портативный девайс со встроенным аккумулятором, так что дети смогут носиться с ним где угодно. Родители копируют музыку во встроенную память Juki через приложение на смартфоне или компьютере и делают привязку плейлистов к конкретным фигуркам. Через телефон также можно настроить громкость, поставить будильник или указать время ложиться спать. Кстати, родители тоже могут позаимствовать Juki. Работа велась разработчиками, которые сотрудничали с Google и Huawei. Прототип плеера уже утвержден тестерами. Juki можно купить на Kickstarter раньше, чем он появится в магазинах. Стоит он $149. Канал Next Idea. Пишите в комментариях ваши мысли об этом изобретении. И, конечно же, ставьте лайк, если вам понравилась эта идея. Подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за новейшими технологиями и изобретениями. Канал Next Idea.